Тюменские любители зимнего плавания приняли участие в эстафете Победы на Сахалине. Она посвящена 73-й годовщине окончания войны и объединила 24 спортсмена из 4 регионов России. Амурской и Тюменской областей, Хабаровского и Алтайского краев. В Анивском заливе Охотского моря они провели в общей сложности 6,5 часов. Проплыли 25 километров. Погода была дождливая, но температура воды для участников довольно теплая – 17 градусов. От Тюмени участвовали 3 человека. На Сахалин они привезли знамя бессмертного полка. Основателем этого движения, напомню, является наш земляк Геннадий Иванов.